В этом году в Подмосковье должны ввести в эксплуатацию более 20 новых медицинских учреждений. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов сообщил, что несколько таких объектов расположены в нашем муниципалитете. Кабинет врача общей практики в Звенигороде в январе уже начал свою работу, отметил Андрей Иванов. В феврале после большого ремонта вступит в строй хирургический корпус Одинцовской областной больницы на улице маршала Бирюзова.